Молодые саженцы, как символ новой жизни и памяти о павших героях Ульяновской области и всей страны, в парке имени Маргелова в Новом Городе высадили 130 деревьев. Именно столько военнослужащих 31-й бригады 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибло в Северо-Кавказском регионе в 90-х годах. Десантники сопровождали колонны центра подвоза, проводили разминирование участков, выполняли задачи по блокированию населенных пунктов. Сегодня 130 человек, погибших в нашем соединении, поименно будут высажены, в честь их будут высажены деревья. Среди высаженных деревьев – сосны, туи, дубы и лиственницы. В акции участвовали представители бригады, правительства, администрации, родственники погибших. Помогали взрослым ребята из движения «Юнармия». Сегодня чтим память погибших воинов-десантников в военных конфликтах. Организаторы надеются, подобная акция по посадке деревьев станет для ульяновцев доброй традицией. Очень хочется надеяться, что мы будем продолжать собираться и в этот день, и в другие дни здесь, в этом парке, сажать деревья, но они не будут посвящены павшим героям. Мы будем сажать их для того, чтобы сделать нашу землю краше, уютнее. И очень хочется надеяться на то, чтобы таких конфликтов, которые уносят жизни лучших из лучших, будет меньше. Акция прошла в преддверии годовщины образования 31-й десантно-штурмовой бригады. Кстати, праздничные мероприятия по случаю годовщины образования соединения пройдут 4 мая на территории бригады. В 10:00 начнется торжественное построение и показательные выступления военнослужащих. Для гостей будет организована выставка образцов стрелкового оружия, инженерного имущества, средств связи, десантирования и экипировки десантников. Вход на территорию дивизии свободный.